Приветствую всех на нашем канале. Мы с Лерой уехали ко мне на работу в магазин, чтобы Василиса не видела, как мы ей делаем подарок. У нее завтра день рождения. В общем, мой сюрприз, вот он, почти уже. Вот уши. Сейчас пришью. Вот он такой уже вырисовывается. Не он, она. Девочка. Это зайчик. Девочка. Если можно так сказать, что зайчик-девочка. У Леры тоже чего-то тут милипусенькое. Ну-ка, показывай свои запчасти. Что у тебя там? Ты их убрала, что ли? Это ножки вот это? Угу. Это ножки. Уши больше ног. Уши больше ног, получается. Ну, надо уже готовую показывать. Что? Некоторые не понимают запчасти какие, да. В общем, красота будет. Да, у Васюши будет сюрприз. У нас Никита приезжал на выходные. Он тоже свой подарок спрятал Василисы. В разных местах распрятал. Будем ему потом звонить во Владимир. А он ей будет, ну, по типу квеста. Вправо, влево, на первый этаж, на второй этаж. В общем, будет ходить собирать свой подарок по комнатам. Вот. Миша там ей что-то тоже подарит. Ну, Егор со Снежаной не заржавеет. Они быстренько что-нибудь нарисуют. Это у нас в срочном порядке делается. Василиса сама такая. Как только узнаешь, что у кого-то что-то, она в 5 минут раз рисунок готов. Все, подарок готов. На любом огрызке бумажки. Ну, зато души. Так, я чего включилась еще? Сейчас я выйду сюда. Я хотела показать обзор ленточек, которые у нас пришли. Мы уже подготовились к сентябрю. Сейчас я сфокусирую еще. В общем, вот такой принт. 2,5. Тут, значит, и принцесса, ученица. Шанельки пришли, и полосочки, и строчка джинсовая, имитация кружева, пробивной вот такой ажурный край для бантиков, бабочки на сером, ну, чтобы скромно, например, было, да, в школе, чтобы не малиновые, не салатовые были банты. Здесь у нас с люрексом репс пришел. 2,5 и 4. Ширина. Также вот такие вот ленточки. Не знаю, как передает камера, нет? Вот эти вот очень красивые. Это 2,5 ширина. Вот у этого 2 ширина у белого. Тут у нас... Ригелин мягкий. Его тоже используют как подложку для бантов. Ну, конечно, и в других целях используют. Но я уже сейчас про ленточки. Про бантики. Я из этих вот вчера попробовала девчонкам сделать. Лер, дай мне вон там 2 бантика лежат. Вот как-то так. Вот. Это репс. И вот этот вот ажурная ленточка еще. Телефон сегодня меня плохо снимает. Вот такие 2 пухлячка. Это по мотивам мастер-класса. Есть блогер Алена Хорошилова. Я у нее подсмотрела такую идею. Вот как вот делать серединку у этого бантика. Ленточка 2,5 складывается в 3 сложения. Получается такая пухленькая серединка. Она смотрится гораздо лучше, чем если ее перематывать ленточкой в 1 сантиметр. Даже уже и без украшения смотрится красиво. Ну, я вчера показывала, я сделала девочкам вот на Пасху в подарок бантики. Вот Лера его уже одела. Она у нас такая вот модная девочка сегодня. Ой, как сегодня плохо снимает телефон у меня. Принт бабочки. Плохо размыто все.
принт бабочки и вот такая ленточка. Сейчас я покажу, она у меня вот здесь, в этой коробке. Она есть в черном цвете, есть в белом. Вот в черном. Там люрикс прострочен по ленточке. Она такого состава по типу жаккарда, что ли, какого-то. Вот. Есть вот такая органза у нас еще разноцветная. Я вот белую сейчас покажу. У нее край тоже с люрексом идет. Тоже очень красиво в бантах. Так что, кто из нашего города нас смотрит, деткам будете делать, если на сентябрь. Приходите к нам, мы уже запаслись такими ленточками. Есть еще, конечно, и цветной репс. Его у нас много. Вот на полке тут у нас стоит всякий разный. И ежики, и зайчики. И мультяшки всякие есть. Вот. Такая самореклама собственного магазина. Ну что, Лер, у тебя получается что-нибудь зайцем-то? Штырки. Дырки, да, получается? Слишком плотно набиваю. Крючок надо было тоньше брать под такую пряжу. Там четверка написана. Да. Это вот у Леры пряжа и не Долфин Гималаи, и не Дольче. Это вот такая вот Гала Микс Файбер. Вот. Она практически тут без аннотации, без всего. Просто 100 грамм и все. Даже состава не указывает. Вот. Ну, понятно, что это полиэстер. Такой же плюшка, только она тоньше идет. По качеству она, я бы не сказала, что она хуже. Нет, вот вяжется так же, не осыпается нитка. Осыпается только на краешках. Ну, у Дольче тоже она на краешках осыпается. У меня тоже с огрехами. Я первый раз вяжу такое, из такого плюша. Тоже вот дырочки видно. Сейчас я увеличила. Вот тоже просвечивает. Но наполнитель, он холофайбер шариками, поэтому он не будет вылезать. Это мы уже проверяли. Мы уже делали игрушечки из другой пряжи. Тоже было связано не очень плотно. В общем, холофайбер не вылезает. Если, конечно, его нарочно не вытаскивать чем-то острым. Ну, все. Будем дальше довязывать. Когда будет готовый, мы покажем. И покажем реакцию Васи на подарок. Да, Лер? Прошлому зайцу она очень радовалась. Ну что, мы с Лерой домой собрались. Тут наши два зайца. Не знаю, что у меня с телефоном. Старый стал, болеет. В общем, вот наши два зайчики. Маленького Лера довязала. Осталось мордашку оформить, вышить. Еще ленточку другую поменяет она, да? Поменяешь ленточку? Да, красивую сделает. Так, вот. Мне тоже надо мордашку еще вышить. Вот такой бантик. Стильный, модный. Вот такая вот сумочка. Как она правильно называется, не знаю. В общем, через плечо. Еще шубеечка. Будет такая разлетайка короткая. Ну, я потом целого уже покажу. Ножки. На ножках вот такие пироженки, кексики, не знаю, как правильно сказать, пироженка, наверное, может, мороженка, в общем, вкусняшка, вот такая вот красивая. В сумочку мы купим маленькую шоколадку, положим Аленку, такая сумочка на скорую руку, такой еще раз бантик, в общем, вот такая она милашка. Что-то у меня дергается телефон. Наверное, что-то с ним уже не то точно. Вот такая милашечка. Ну все, домой, Лер? Угу. Да, сейчас еще в магазин. Купим конфет вкусных. Завтра Вася будет угощать в садике. Всю группу. На улице у нас похолодало. Вообще, как зимой. Холодно. Да, город как вымер. В общем, вот сегодня праздник. Но только, наверное, стойкие бабушки
по церквам ездят. А так вообще холодно. Дети не гуляют, народу мало. Еще раз всем здравствуйте. Говорим с Лерой тихо. Вернее, я говорю. Лера вообще молчит. У нас уже все спят, кроме взрослых. В общем, троица наша спит. Папа у нас там кино какое-то смотрит. Миша играет. Лера домучивает своего зайчика для Васи. Давай покажем зайчика. Правда, темно. Извините, что темно. Мы не включаем общий свет. Подожди. Вот так. Такой зайчик. Смешной. Так. И я своего доделала. Вот она у меня, моя красавица. Вот такое чудо. Так. Вот мордашку я ей вышила. Бантик я еще днем показывала. Бантик. Я ей доделала, еще сделала сумочку. Сейчас. Я, наверное, встану. Не видно, плохо видно. Так, как сумочка. Вот сумочка такая. Сейчас мы туда конфетку положим. Лер, давай конфетку положим туда. Ножки у нее тоже как будто бы в пинеточках. И я еще вот сделала ей такую шубейку. Как душегреечка. Тоже на пуговке. Так, в общем, мы стиль выдержали. Здесь пуговка такая. Вот она. На бантике такая же пуговка. И сумочка у нас застекается. На такую же. В общем, красота. Так, на ножках пуговки я уже показывала в форме кексиков или пирожных. Не знаю, как правильно их назвать. И вот такую конфетку мы сейчас туда положим. Вот, совушку. Ну вот, как-то так, подарок готов. Завтра сниму ее реакцию на подарок. Еще раз извините, что тихо говорю. Чтобы уж не разбудить маленьких. В общем, со всеми мы прощаемся. Всем всего самого хорошего, благополучия, здоровья. Что еще пожелать? Здоровья. Остальное все приложится. Всем всего доброго.